Коммунальщики Сургута вышли в социальные сети, чтобы оперативно реагировать на жалобы горожан. За новогодние каникулы их скопилось немало. Все вопросы были экстренно решены, однако летом коммунальным предприятиям будет чем заняться. Так, например, придется кардинально решать вопросы качества воды в многоэтажках. Жильцы проспекта Пролетарский в первые дни года наблюдали в своих кранах коричневую жидкость вместо чистой воды. Причина оказалась в промерзании труб. После их промывки цвет воды и стал таковым. Городские тепловые сети уже начали решать проблему. Сотрудники устанавливают фильтры на центральных тепловых подстанциях. Когда закончится этап передачи этих сетей, горводоканалом будет рассматриваться там, с использованием различных федеральных программ для модернизации этих сетей путем закольцевания, ну, чтобы можно было в случае необходимости переключиться на другой обвод и произвести промывку. На сегодня это не всегда получается, и вот в связи с перепадами давления бывает, что подрывает вот эта составляющая трубы, и все это идет в жилые дома.